Четвертый день на Мальте. Я сегодня с пудрочкой от Pretty by Flormar в номере 003 Light Porcelain Pink. Девочки, не знаю, насколько пудру эту видно. В гостинице отвратительное освещение. Как причем и в других гостиницах тоже невозможно накраситься толком. Поэтому, честно говоря, макияжи и не делаю, а просто, знаете, так чуть-чуть, как говорится, навести фон. Опять же, с помадкой Beautycare мои идут по кругу, так как взяла только 5 штучек с собой. И плюс еще одна в сумке, которая тоже подкрашивается ежедневно. Чуть попозже я вам ее покажу. Ну, а вот, как говорится, наш бассейнчик и море. Вчера мы еще нашли бассейн внутри помещения. Очень теплый, очень классный. Так что мы вчера накупались от и до. Пятый день на Мальте. И специально взяла свой карандашик от Дэвис, девочки, которыми участвуют в проекте. Вот это более светлая сторона, которую хотела использовать как помаду. И смотрите, что у меня произошло со второй стороной. Я даже не успела ей накраситься, я даже не знаю, куда делся этот кусочек. Но, как вы видите, все. Вот он, да, вот реально темная сторона под темный рисунок на самом карандаше. Даже не знаю, куда выплыл этот кусочек, когда брала дома, был полный. Здесь вроде вот только первый раз его открыла, и все. Карандаша ниоткуда он упал, неизвестно. Вот такая вот погодка. Честно говоря, с утра нам прохладненько. Мы привыкли к более жаркой погоде. Но вид просто шикарный. Не знаю, в чем прикол, но вместо вечернего макияжа, девочки, я хочу вам показать, как у меня вот тут вот все высыпало. И вроде бы не ожог, да, так как здесь этого ничего нету, ни выше, ни ниже, а вот именно на этом фоне. И мне кажется, что это из-за цепочки. Так, я все время хожу в своей серебряной цепочке, вот этот как бы радиус, по которому она движется у меня. Но я эту цепочку ношу уже не знаю сколько времени, и у меня такого не было. Это что-то странное. Шестой день на Мальте. И сегодня с моей помадкой, которая обычно путешествует у меня в сумке на коляске. Как видите, моя дочка немножко до нее добралась и сломала. Но это уже я ее сгладила за время поездки. И это помадка от Beautycare в номере 47. Сегодня она мне подходит такая немножечко в ржинку. А вот за все мое время пребывания здесь я видела людей, единицы, которые красятся. Но каждый второй, если не каждый, в татуировках. Причем очень такие массивные, обильные, руки, ноги, как бы все, что только видно. Все в татуировках. Ну а погодка здесь, я вам скажу так, за ночь волосы так и не просохли. Что у нас сильная влажность, что здесь более, как бы, да. Ну, мне кажется, влажность здесь меньше, но волосы за ночь так и не просохли. Взять палеточку от Lavelle было отличное решение в поездку. Так, девочки, это, знаете, отличный макияж без макияжа. Просто выровнять тон лица и добавить немножко, как говорится, цвета. Кстати говоря, вот этот вот цвет Milk, мне кажется, можно спокойно использовать как пудру. К сожалению, не взяла такую кисточку для этого. Моя другая кисточка, да, запачкана как бы в румяшках. И я использую как румяшка Glamour. И как вот просто сверху выровнять тон века, или Baked Milk, Pearl, или Champagne. Все зависит от того, в какой я кофточке. Отличное решение, вместо того, чтобы тащить кучу разных продуктов, как отдельные хайлайты, румяна и так далее, а все в одном. Вот мы приехали в аквариум. Тут есть детская площадочка. Тут вдоль гостиницы. Тут, в принципе, выглядит все одинаково. Вдоль берега гостиницы, потом море. Напротив вот эти вот скалы. Вот такая вот красота. Море, конечно, шикарное. Вот такой пляжик. И, как говорится, опять эта же сторона. Вот сейчас мы туда зайдем в аквариум. Рядышком кафешка небольшая. Цены, конечно, тут на все. Совсем не наши цены.
наверное, европейские. Дороговато. Бассейн пустой, море спокойное. Кстати говоря, вот этих вот яхт не было раньше. Они приплыли где-то с воскресенья, вот сейчас больше стоят. До этого их вообще тут не было. Очень классно. Кстати говоря, думала, будет шумно над бассейном. Нет, бассейн закрывается в 6, хотя люди купаются еще и до 7. Мы вчера успели еще до 8 поплавать. А вот. И очень нормально, очень все интеллигентно. А на другую сторону выходит на гостиницу и тоже вид на, то есть на дорогу и тоже год, вид на море. Шикарный вид. Но я хочу сказать, для нас это прохладно. Вот сейчас, вот как сейчас поддувает, это у нас уже октябрь-ноябрь. Да, вот сентябрь, октябрь-ноябрь, но никак не лето. Мы обычно летом встаем, у нас что-то такая жарища, чтобы не продохнуть. А тут вещи за ночь не сохнут. Волосы не просыхают, хотя влажности тут такой нету, как у нас. 8-й день на Мальте, и я с душками от Her Story. И заодно хочу вам показать, сколько у нас осталось душков от Максим. Вот столечко еще осталось. Что вам скажу, я уже отвыкла, да, когда у меня такие маленькие пробнички далеко от дома. Честно говоря, я переживала, а вдруг мне не хватит. Но, как видите, нормально. 10 миллилитров на неделю, 8 дней, а то и 10, я думаю, будет даже очень достаточно. У меня даже тут не было полного флакона, а мужской у меня был полный, без пару пшиков, и вот столечко осталось. Сейчас еще все попшикаются по разику. Вот и вернулись мы с отпуска. И я возвращаюсь к своему проекту закончить с помадкой от Avon в названии Perfection. Я уже начала ковырять. И, девочки, на радости хорошего освещения, по-моему, переборщила немножко с румянами. Вот и еще одна домашняя помадка от Avon в названии Flawless. Уже еще чуть-чуть, как говорится, и будем также выковыривать. Недельку скучала за проектом, поэтому недельку мой проект притормозил. Последний карандашик, который я не успела протестить перед отъездом. Подарочек от Леры Forever. И это карандашик от фирмы Manhattan в номере 004 Aqua Sparkle. Девочки, как же он классно наносится. Мягенько, такой красотой. Мне очень-очень понравилось. Отлично наносится. С удовольствием буду носить. У нас страшная жара, поэтому кажется, что накрашиваешь косметику по мокрому лицу и выглядит немножечко ярче косметика. Ну а я для того, так как использую проект закончить, решила менять душки. И сегодня с душками от Oriflame, с линейки Women's Collection Radiant Peony. Очень красивый флакон, и, кстати говоря, на жару открылся очень красивый аромат. Вы знаете, раньше я его пробовала как-то, ну так, как бы да, ничего. Но сегодня мне почему-то этот аромат очень даже зашел. Очень приятненький, очень вкусненький. Самое то, что нужно на эту жару. Вид на море и обратно. Использую только помадку с проекта. А также закончила сегодня крем от загара. От фирмы SkinGuard защита 50, который мы брали с собой на Мальту. И целую неделю пользовались там. Да, и получилось, все равно вернули домой и только дома закончила. Очень экономный спрей, но я хочу сказать, на Мальте не так жарко, не так солнечно, как у нас. Так как у меня сегодня день макияж без макияжа, решила испробовать вот такие вот румяшки с палетки от Essence Eyes and Face на камеру. А румяшки выглядят намного ярче, чем есть в жизни. Но хочу попробовать, так как я брала эту палетку в проект, все-таки хочу посмотреть. Может быть, мне подойдут эти румяшки сейчас. Так почему-то мне перехотелось краситься более яркими. Смотрелась разных обзоров о косметике Oriflame. И достала свой парфюмчик от Oriflame
с линейки Joyce. Название роза. Реально пахнет цветочным ароматом. Но, как по мне, он очень быстро выветривается. То есть это более такая, знаете, туалетная водичка. Такое что-то просто освежающее на энное количество времени. На вечер я также выбрала ароматик от Oriflame с линейки Women's Collection Sensitive Jasmine. Ясмин. У нас очень высокая влажность, и вот почему-то сейчас мне хочется более легких ароматов. И вот это самое то. Вот такая вот водичка, да, побрызгаться, освежиться и поднять себе настроение. Не знаю, может быть, завтра меня переклинит, и я пойду на более тяжелые сладкие ароматы, как уже и было. Но сейчас вот из-за этой влажности, не от жары, а именно от влажности, хочется чего-то легкого, более такого веселого.